Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре умелой ручки мы посмотрим на перфоратор Interscale P22 620R620. Это мощность, 22 это диаметр максимальный, который он в бетоне может пробить. Такой замечательный чемоданчик, в котором можно ходить и на работу, и на учебу, и буквально по ресторанам практически, и по шикаринам. Внутри у нас лежит инструкция на подробно русском языке, чек и, собственно, гарантийный талон. Бур покупали отдельно, облег я не взял, но он нужен. Дальше идет, собственно говоря, сам перфоратор. Вот такой вот чудесный чудо-агрегат. Здесь, судя по всему, регулируется направление скорости. Здесь регулируется количество оборотов. Вот это еще тоже очень волшебная кнопочка. Так, давайте мы его разберем, раскрутим. Наверное, это получится очень быстро, а может быть и нет. Птички поют, красота, лето, жаркое, сибирское. Так, раскрутили. Провод, кстати, вот какой, чем нравится Interscale, очень качественные провода, да, собственно, сама техника очень хорошая. Не жалеют китайского материала на качественную ручку электроинструменту. Так, ну-ка, попробуем. Вот сюда он вертится и крутится. Давайте подкрутим мощи товарищу. Чудо, чудо агрегат просто. А теперь попробуем с ударным. И вправду молоточек. Молодцы сборщики города Химки. Отлично аппарат собирает. В общем, Interscale куплен он был в одном из магазинов Новосибирска. Хотя на самом деле в интернете он чуть дешевле, но надо было его купить срочно, поэтому купили в магазине. А в Leroy Merlin он очень хорошо стоит по очень дешевой цене, поэтому рекомендую сначала там посмотреть, а лучше, вернее, сначала в интернете посмотреть, а потом купить где-нибудь, где дешевле будет и надежнее. Конечно, техника очень хорошая, все интерсколовское. Стругаем, пилим, сверлим. Довольны, рады. Да, кстати, в комплекте купили обязательно еще очки от всемирно известного певца Бибер. Смотрите, дизайнерская находка, кстати. Вполне подойду, чтобы их стругать и пилить. А где, кстати, этот Бибер очки производит? Ага. Из Германии. Мужественные, да, сами новочки. Молодцы. Ну и это для болгарки. Спасибо за внимание. Крутите, пилите, стругайте, создавайте, творите. Получайте это удовольствие.